Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, мы остановились вот на этой миссии. Поехали. Не будем тут долго размышлять. Сразу же, как говорится, в атаку. Ой. Ты посмотри, посмотри, сколько мы ему ничтожно мало наносим урона. О, смотри, нам говорят вот этого призвать. Ну, давай попробуем. Фига себе. Слушай, он крутой. Друзья мои, он крутой этот. Так, этих давай нахлобучим. Так. По башке, правильно. Хе-хе-хе. Блин. Мне не даются здесь, ребята. Самые простенькие динозавры, оказывается. Вот у нас максималка, что мы можем с собой вызвать. Точнее, минималка. Минималочка, да. Блин, да мы задолбаемся тут ломать это все. Трэш. Так. Типа я заморозил их. А если мы вот так вот сделаем? Ну? А вот так вот? Ну где он там? О-о-о, бежит. Нормально. Со здоровьем беда, друзья мои. Давай, 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 давай. Блин. Еще одного призываем. Пойду-ка я вот этого шлепну, а? Он заколебал мне здесь уже. Всю малину портит. Так, ну тебе что надо, охламон? Стоишь тут. Блин, у меня очень мало этих. Давай вызывать. На тебе, по башке. Так, подбили мы еще одного. Ну что ж ты, Рокки, не мог сломать, что ли, этот барьер? Призываем. Так, ребят, здесь все сломали. Сейчас я вот этого нахлобучу, чтобы он нам не мешал здесь. По идее, Плювика бы сюда позвать, было бы дело. Плювик бы нам здесь бы нормально, мне кажется, помог бы. Ну ладно, сделаем пока вот так вот. Ты посмотри, а. Еще одно корыто идет. Так, я хотел сказать, пойду сейчас на хлобучу. Я не могу туда перейти, друзья. Я не могу туда перейти, я могу только вот так вот его заморозить и отдубасить. Воу-воу-воу-воу. Что-то там орут, бубнят. Рокки, я тебя жду. Ну зачем так-то? Ну зачем так-то делать? Давай. По-моему, щиты, ребята, он не пробивает. По-моему, он щиты не пробивает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же больно. Так, надо было Тирекса на самом деле вызвать. И все. Блин, ребят, звезда, звезда уменьшается. Уменьшается звезда. Нет, я не успел. К сожалению, я, ребят, не успел. Блин, одну звезду лишились, а? Ну, мы можем еще и вторую лишиться, если сейчас, конечно, не подожмем здесь. Да, успели. Всего два сундука, ребята. Всего два сундука. Ну, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. 300 монет. Так, прокачивается один из динозавриков. Угу. Плохо. Плохо, ребята, мы с вами сыграли, если честно. Но вот у нас тут сундук. Так, 800 монет. 3 кристалла. Энки и динозаврик. Ой, не то я нажал. Сори. Бесплатно дайте мне, пожалуйста, сундучок. Будьте так добры. 1200 уже получше, ребята. Так, и лечение. Слушай, а что мы тут?
Что мы тут? А, вот мы уничтожаем с тобой еще 9 вот этих вот ворот. Мы получаем награду. Динос прокачаться готов. Ну что, качнем этого, наверное, да, ребят? Качнем его. Блин, 7000 стоит. Ну куда такие ценники? Этот 6000. 3600. А мне остается только вот так вот. Чуть-чуть, как говорится, на себя потратили. Да, по идее, надо мне возвращаться вот сюда, ребята. И, наверное, давай попробуем. Давай попробуем пройти. Че тут нас спросят? Взять заморозку? Я постараюсь сейчас, ребят, пройти на 3 звезды. Я понимаю, что это будет чертовски сложно. Причем это, по-моему, уровень с бомжихой, если я не ошибаюсь. С бомжиха же этот уровень, да? Давай, молот. Так. Я беру защиту. И я пока, ребят, под защитой, я неуязвим. Так, вот этого надо вальнуть. Бежим. Так, прекрасно. Нет бомжих? Бомжих пока я не вижу. Может быть, даже их здесь и нету. Но я почему-то думаю, что здесь бомжих, ребята, должна быть. Так, мы захомячили, захомячили. Так, хильнемся тогда. Так, валун. Ё-моё, у меня там здоровья-то, оказывается, мало было. Давай, плювики, работаем. Команда ух работает за двух. Так, молот. Молот. Так. Есть, есть, друзья мои. Сейчас мы этого нахлобучим. И мы прошли с тобой на 3 звезды. А вот он мой сундучок, который в тот раз не избежал своей участи. Так, 350 плюс тирексик и раптор. Так, ну что же, уже хорошо, друзья мои, уже хорошо. Так, здесь попытаемся пройти этот уровень. Возьму, наверное, вот этот вот огонь. Очень быстренько мы с тобой, кстати, тут начали лихо. Слушай, он хиляет, надо его, наверное, бомбануть. Так. Ну? Ну? Я призвал еще армию плювиков. К нам, так сказать, в помощь. Ага! Так, дай-ка я вот это нахлобучу сейчас. Плюс молот. А сколько тирекс-то у нас стоит? Зашибись. Там опять кто-то хиляет.
Так. Бомжиху глушим. И добиваем ее, правильно. Так, я думаю, что они справятся. А я пока пойду вот здесь вот ворота, ребят, пробивать. Можно быстрее надо. У меня такой маленький урон по воротам, я тебе скажу. Вообще ни о чем. А вот еще одна бомжиха. Только здесь проблема в том, что бомжиха... Ё-моё. Оу. Слушай, вот этот уровень сложный. Этот, ребята, уровень сложный получается у нас. Он сложен только вот из-за вот этого. Вот эту бомжиху, если бы мы убрали бы уже бы. А он идет со своей, блин, армией сюда к нам. И валуном я еще промахнулся. Видишь, что делает-то? Вот так и Кимар. Видишь, что она делает? Она бросает свои бомбы, ребята. Мне просто пришлось так сделать. Да, они бесконечные по ходу дела. Блин, я не могу выборочно как-то бомбануть их, понимаешь? Ты еще тут хиллер, блин. Опять лучники, а? Так, я попробую пока, ребята. Да, фиг ли тут пробовать. Так, бомжиху эту накумарили. Ребят, я все равно не успел, видишь? Я не успел. На 3 звезды я не успел, блин. Из-за того, что вот эта вот бомжиха просто нас раскумарила. Значит, нам надо брать больше заклинаний. Или не тратить их изначально. Или не тратить их изначально. А как еще пройти здесь? На 3 звезды? Я не знаю. Что такое? Что ты мне хочешь сказать? Чтобы я прокачал своего динозаврика? Ну это дистанция. Это всего лишь, ребята, дистанция. Это мелочи. Давай еще раз попробуем. Ну возьму на этот раз огонь, может быть, взять. Огонь и заморозку. Бог с ним. Потрачусь на это все. Вот это вот начинает, когда пройдоха, блин, бомбить. Все, сразу же, ребят. Вроде бы и урон такой неплохой, да? Блин, у меня всего лишь один огонь. Всего лишь один огонь. Тут надо вызвать всех. И энки, и шменки, и малышей, естественно, само собой. Вот, вот, начинается. У-ху. Если мы сейчас вот эту бомжиху с тобой быстро-быстро очень уничтожим.
до того, как придет таз с бомбами, то все будет окей. Успели. Успели, друзья мои. А сейчас придет, да, с бомбами бомжиха. Вот она. Нет, подожди, а почему? Не так должно же быть все. Абсолютно не так, ребята, должно было быть все. Это не по сценарию. Да шлепните вы эту бомжиху-то, ну. Есть. Хотя бы так, друзья мои, хотя бы так. И что-то гадина бомбу бросает. Да надо ее заморозить как-то, блин, чтобы она хотя бы... Это гадина, эта стерва вон та, которая бросает свои бомбы. Она не даст нам покоя. Все, надо, короче, сюда идти. И влуплять во что бы то ни стало. Есть, наконец-то мы ее накумарили, друзья. А я-то погиб. Ладно, наверное, я думаю, что еще есть время, друзья. Есть безопасное время, чтобы получить 3 звезды. Я отправляю всех, кого только могу, в эту битву титанов, блин. Мои там уже, по-моему, ворота ломают, или мне показалось. Да? Друзья, все-таки у нас получилось пройти на 3 звезды. Фух. Получилось. Так. Что тут? Ага. Ага, сундук. 1600 монет и 9 самоцветов. Энки. Так, у нас 2600 там, да? А если я в магазине, например... А, раритетный, 80, ребята, 80 самоцветов. Может быть... Ага, купить. Не хватит у меня взять. Фига себе. Фига себе, робот-тирекс. Вот надо что брать. Тирекс-мех. Да, ребят? Блин, 60... 60 тысяч. Тирекс-меха получаешь, и все, ребята. И горе не знаешь. Так, у меня... А что я могу прокачать? Абсолютно ничего. Абсолютно, ребята, ничего прокачать я не могу. Ну что, давай смотреть, что вот это у нас за уровень. Погнали. Разве это справедливо, что сразу на тебя такая вот армада, ребят, нападает? Сейчас мы его нахлобучим по-быренькому. А, там хил еще лезет. Лес. Так. Ну, я хил пока врубать не буду, ребят. Я не вижу смысла в этом. Я вижу смысл вот в этих вот паршивцах, которых надо отметелить. Энки, выходи. Фуф, такой пролетел. Так, лучник. Так, этого подбили. И здесь тоже все хорошо, ребята. Так, давай быстренько.
сломали. Так, заморозочку. Кувалду будем применять? Будем. Но чуть попозже. Хила позвал. Я думаю, нам пригодится здесь. Так, бомжиха, бомжиха, ребята, блин, я думал, что ее здесь не будет. Блин, да вы заколебали там. Так, ребята, я вот здесь вот, пожалуй-ка, бомбану, да. Потому что там лучников очень много было. Так, я пойду опять сюда вброшу. Ну? Так, мне главное не погибнуть, а то у меня там здоровье уже мизер. Есть. Ребят, ну что, нам нужно только еще одну миссию пройти. Там, правда, у нас двух звездочек не хватает. Двух. Вот, если ты не заметил, двух звезд нам не хватает. Но мне кажется, этот уровень я фиг так пройду. Давай, наверное, сделаем так и так. Последний, кстати, энергия. Последняя энергия у меня. Так. Пока, наверное, поставлю защиту на себя. Блин, этот плешивый, он прыгает, танцует там, понимаешь ли. Тем самым отхиливает. Да ладно, еще ты тут сюда приперлась. Фу. Фу, ребятушки, они вдвоем. Они вдвоем. Смотри, они справились с этой, с первой, с бомжихой, с этой, с первой. Нам теперь нужно как-то вот эту вот бомжиху дубануть. Есть. Так, друзья мои, может быть, не все так плохо, может быть, не все потеряно, я не знаю пока еще. Так, мы с тобой хильнулись. Мне подскажут почему-то, что еще будет бомжиха. Ух ты. Ой, я тут не заметил. Такое вот предчувствие. Может быть, надо было лучше хила позвать. Так, этих лучников надо, ребята, уничтожить, потому что они... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я пытаюсь... Ой, как я буду долго его ломать. А, моя смена, говорю. Мои ребятушки уже подоспели здесь. Неужели на 3 звезды пройдем? О да, друзья.
мы прошли с вами полностью все задания на 3 звездочки. Так. Трицераптор. Санадор. Прекрасно. Значит, мы с тобой имеем право на сундук, ребята. И я его с превеликим удовольствием открываю. Сколько монет дадут? 2 350. Отлично. 12 самоцветов. 5 плювиков, 2 раптора, ледяной комок. О! Раритетный хиллер, друзья мои, у нас может быть. Экипируем. Вот так вот. Вот так вот. Ну, я не знаю, кого мне. Наверное, все-таки я... тысяч. Наверное, друзья мои, я все-таки прокачаю вот этого. Не хватает, блин. Не хватает. Этот очень редко выходит у нас. Хила, что ли, взять? Ну, нафиг. Наверное, мы, ребят, пока ничего не будем. Подкупим чуть-чуть денежек. Блин, а у нас энергия закончилась. Ё-моё. Я только раздухарился, и на тебе энергия закончилась. Ну что тогда, друзья мои. На сегодня мы будем закругляться. В следующей серии уже продолжим играть. Так что всем удачи. И до новых скорых видосиков.